Беларуси на сегодня объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. Такая погода может привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, повышается риск травматизма. Осадки на понедельник не прогнозируются. Температура от минус 4 до плюс 13. В стране открылся весенний сезон охоты на боровую птицу. Речь о вальдшнепе, тетереве и глухаре. Использовать можно только гладкоствольное оружие с патронами, снаряженными дробью. С собой разрешается брать собак, терьеров, такс, спаниелей, ретриверов, а также так называемые водные породы. Накануне в Бобруйске погиб мужчина. Сообщение спасателям о пожаре на Урицкого поступило днем. Причины устанавливаются. А в субботу вечером по переулку Лазо горел сарай. В результате повреждено имущество и перекрытие. Никто не пострадал. В Бобруйске стартовала неделя детской безопасности. В преддверии весенних каникул госавтоинспекция напоминает: причины аварий с участием несовершеннолетних, игнорирование сигналов светофора, переход дороги в неположенных местах, игры на проезжей части во дворах. Безопасность ребенка в первую очередь ответственность родителей. В Бобруйском краеведческом музее проходит выставка живописи «Мирная моя родина». Она приурочена к 102-летию местного художника, участника Великой Отечественной Павла Костко, и проходит в рамках года исторической памяти. Здесь представлено более 30 работ.